уровень достигает на юг, когда за дело берутся профессионалы. Браво, Татьяна, браво, Алексей. Соревнуюсь абсолютно в разных видах фигурного катания, поднимая флаг нашей страны выше всех, она в танцах на льду, он в парном катании. Они стали кататься вместе и сделали маленький шедевр. Бесстрашная Татьяна и обладающий потрясающим атлетизмом Алексей. Браво! Браво, Танечка, браво, Лёша! И потрясающий, потрясающий приём! Спасибо большое! Ещё раз спасибо за цветы, за вашу любовь. Всё это даёт нам силы идти дальше, творить, придумывать, развиваться и приезжать снова к вам и пытаться удержать.